В минувшие выходные в Ахминском спортивном холле города Кохтла-Яре прошел чемпионат Эстонии по вольной борьбе среди учеников. Данный чемпионат собрал около 100 молодых борцов из 25 клубов страны. Первое место досталось Кохтла-Ярскому клубу «Колдкару». Ребята завоевали 3 первых, 3 вторых и 2 третьих места. И одну бронзовую медаль добавили девушки. В личном зачете золотыми призерами в составе «Колдкару» стали Никита Широков, 2002 года рождения, до 38 килограмм. Он уже третий год подряд занимает первое место. Кирилл Канин, 2004 года рождения, до 42 килограмм. Это было его первый чемпионат. И Марти Пыл, 2003 года рождения, до 47 килограмм. В общекомандном зачете среди мальчиков на втором месте разместилась команда клуба «Лео» из Пярну. Две золотые медали, два серебра. На третьем месте команда спортклуба «Истапа». Одно золото, одно серебро и одна бронза. У девушек в общекомандном зачете первое место у таллинского клуба «Корусколь». На втором месте команда из Вайкимария. И на третьем месте команда «Пейпси Эрсет». Организаторами чемпионата выступили Союз борьбы Эстонии и клуб «Колдкару».